Всем доброго дня! Вы на моем канале Наталья Осецкая, канал о вязании, обо всем, что связано с вязанием. В начале года я говорила о том, что я буду участвовать только в двух совместных проектах. Это был совместный проект «Решиться и связать 2» и «Ликвидация 2». Вот, вы знаете, я даже не поняла, как я оказалась в 4 проектах. Вот сегодня 4-й проект начинается. Проект небольшой, в принципе. И я очень сопротивлялась. Светлана, канал ее называется «Связан спицами Светлана», мне говорила: давай что-нибудь придумаем, надо придумать. Я говорила: нет, Света, я ничего придумывать не буду, потому что мы вышли из дистанционки, много очень работы, времени у меня мало, и времени связать нет, мне бы успеть то, что я начинаю в этих проектах. И тут вдруг я понимаю, что я еще и в этом проекте. Вот вы представляете, так неожиданно. Ну, раз неожиданно, раз я подписалась, значит, я должна сделать. Значит, что здесь предполагается? Вот сейчас точно не скажу, сколько человек участвует в этом проекте. Ссылочка обязательно на всех участников будет в инфобоксе, поэтому по ссылочкам можно пройти, посмотреть. Я думаю, что проект будет интересный, как все проекты достаточно у нас интересные. Ну и потом, почему бы не повязать в интересной компании? В принципе, я буду вязать то, что я планировала себе. Я составила план работы на год, и я возьму вот то, что я запланировала повязать в течение года, буду вязать уже, ну, как бы, буду вязать в этом проекте. Сегодня первый старт, и сегодня я хочу стартовать вот такой пряжи. Это будет кофточка для нашего мальчика, для Персика. У нас Персик такой парень очень моднявый, у него много одежды, всякие комбинезоны, башмаки на осень, на зиму, в дождь, на кроссовки летом он иногда носит, иногда он ходит босой, но безумно любит ходить, когда он босой. Вот. И даже есть, знаете, что у него? Резиновые сапожки для дождя. Вот такой у нас парень. А 1 января Персику исполнилось 6 лет, он у нас уже взрослый мальчик. Я ему подарила вкусняшку. Я думаю, что это был для него самый лучший подарок. Ну, а теперь ему... Я решила связать джемперок, потому что раз в год я вяжу джемперок. Вот я не помню, в 19-м году, по-моему, не в 20-м году, по-моему, я ему ничего не вязала. Ну, в 21-м я решила ему связать. Это кроха, это троицка, 135 метров в 50 граммах и 20% мериносная шерсть и 80% акрил. Это имя я не знаю, но это семеновская пряжа, 50% хлопок, 50% шерсть, 50% акрил. Вязать я буду кофточку ему вот такими спицами 3,5, укороченными от Нитпро, очень комфортные спицы. Вот. Я повяжу, а потом вечером подключусь, не знаю когда, наверное, вечером, поздно-поздно, потому что у меня сегодня много дел, я сегодня дома, но тем не менее я работаю сегодня на удаленке, сегодня еще совещание будет, потом у меня будет несколько встреч, и уже поздно-поздно вечером я обязательно подключусь и покажу, что я сегодня повязала. Завтра будет новый старт какой-то, запланированный уже мною. Послезавтра будет следующий старт. И потом субботу мы вяжем, в воскресенье вяжем. И в воскресенье мы показываем, что мы навязали за неделю. Вот такой небольшой, я думаю, что несложный проект. И мне очень бы хотелось что-то на этой, в этом проекте закончить. Ну, хотя бы одну вещь, а лучше было бы две, а лучше было бы все 3, да? Но это уже, конечно, перебор немножко, но тем не менее буду вязать, посмотрю, что у меня получится, и обязательно с вами поделюсь. Пойду вязать, и до второго включения. И второе включение, к сожалению, так получилось, что
Вчера мне нужно было уйти, и я пришла очень поздно. Уже не было сил никаких ни снимать, ни вязать. Но вот я провязала такой небольшой кусочек. Вчера я померила на персика, мордочка у него сюда проходит. Хорошо, он с удовольствием его мерил, эту кофточку. Решила вязать на 4 спицах. Как-то очень иногда хочется. У меня было недавно желание вообще вязать на прямых повязать, но не было размера. А вот вчера появилось желание повязать на 4. И я, в общем, все это вязала именно на этих спицах, не на круговых. Хотя больше люблю вязать на круговых. Но вот так вот бывает. Сегодня будет второй старт, другое изделие. А это, ну, оно очень небольшое, и за субботу я надеюсь, что я свяжу. Все, спасибо всем большое за внимание. До новых встреч. Всем пока-пока.